Здравствуйте, сегодня вам. Я вам хотел показать новогоднюю елку. Сделать как новогоднюю елочку. Маленькую. Вот. Нам понадобится желтый, коричневый и зеленый. Сначала мы катаем конус. Вот так. Вот, вот и вот. Получилось как конус. Затем конусом мы вот так прикрепляем к столбик елки. Потом после этого мы берем маленькие такие шарики, ой, мы берем стеку и вот так стекой чуть-чуть делаем такие нарезки. Зачем? Мы берем шарики, ставим, и у нас получается вот новогодняя елка. Вот так. И после этого мы вот так. Вот так. И вот все. Бьем желтенький. И вот так вокруг. Все. Наша елка готова. Вот. И год можно показать. Вот. И вот так получилась у нас вот такая елка. Всем пока-пока и ставьте лайк.